Математический анализ Демидович, задание номер 213. Найдите f от x, если f от x деленное на x плюс 1 равно x квадрат. Обозначим дробь x разделить на x плюс 1 через t. И попробуем выразить x квадрат через новую переменную t. Для этого поделим числительный знаменатель. Для того, чтобы удобно было разделить, прибавим в числитель единицу и вычтем единицу. X плюс 1 минус 1. И теперь почленно делим x плюс 1 на x плюс 1. Это будет у нас единица. Да еще остается минус единица разделить на x плюс 1 равно t. Выражаем единица разделить на x плюс 1. Получаем единицу минус t. Откуда x плюс единица будет равно единица разделить на единица минус t. Тогда x будет равен 1 разделить на единица минус t и минус 1. Переведем к общему знаменателю. Получаем x равен единица минус единица плюс t разделить на единица минус t. Окончательно получаем x равен t разделить на 1 минус t. А нам нужно было получить x в квадрате. То есть возводим обе части в квадрат. Получаем x в квадрате. Будет тогда равен t квадрат разделить на 1 минус t. И все это в квадрате. Теперь подставляем. Вот все, что мы заменяли. На новую переменную t. Тогда получаем f от t будет равно t квадрат разделить на 1 минус t и все это в квадрате. И окончательно нам нужно было получить f от x. Чтобы получить f от x, подставляем вместо переменной t x вот в это наше новое равенство. Окончательно получаем f от x равно x квадрат разделить на единица минус x и все это в квадрате. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео.